Нового года жизнь дачников изменится, и коснется это абсолютно всех садово-огороднических обществ. Один из ключевых вопросов – взаимодействие чиновников и дачников и решение проблем последних – теперь будет строго регламентировано законом. Органы власти получат право поддерживать садоводов и огородников и решать возникающие у них проблемы за счет средств федерального бюджета. В старом законе не было федеральных органов власти. Теперь уже федеральные органы власти могут через свои программы помогать садоводам. Ну, по крайней мере, они могут направлять какие-то предложения в региональные власти, и дальше уже как-то там более быстро решается. Новый закон не просто начнет регламентировать взаимодействие между муниципалитетом и дачниками, но даже позволит ввести в структуру администрации отдел, который будет заниматься реализацией региональной и муниципальной политики по поддержке садоводства и огородничества, а также займется разработкой специальных программ по улучшению инфраструктуры дачных товариществ, будь то проведение электричества, водоснабжения или ремонт дорог. Если будет принята программа, то она обязательно к исполнению. То есть вот этот закон дает больше возможностей реализовать ваши права и ваши хотения. На заседании председатели садово-огороднических обществ воспользовались и возможностью задать интересующие их вопросы напрямую директору департамента городского хозяйства. В основном проблемы касались подъездных дорог к дачным кооперативам. На сегодняшний день специалисты департамента предложили ремонтировать дороги через участие в программе поддержки местных инициатив. Принцип софинансирования непонятный. 50% область, 30% муниципалитет и 20% это, как правило, это члены кооперативов, которые заинтересованы в том, чтобы дорога была сделана целиком. За собой мы обязательства оставляем по поддержанию дорог, ну, как минимум в режиме ямочного ремонта, это точно. Начало обсуждения нового закона положено. В том, что дачная конституция принесет в садово-огородную сферу кардинальные перемены, сомневаться не приходится. А вот сделает ли новое законодательство проще и удобнее жизнь дачников, будет понятно уже в ближайшее время. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.